обнаружили. Ага, закрыл, блин. Мы тут обнаружили музей-заповедник. Вот думаем, сходить в него, нет. Слушай, а это камень написано откуда, да? А то я не читал же. Нет, я хотел сказать, это не из Дюкинского карьера привезли. Его ж тут читать не буду, тут слишком много. Почему их можно визуально, как ты говоришь, брахиоподы? Но вот они, наверное. Нет, это... Ты думаешь, это не они? Это ну, трилобиты. Где-то лежат. Где-то. Юрский период и меловой. Про меловой, если честно, вообще не помню. Юрский период, динозавры, Серж. Ну, это понятно, что динозавр. Фильм-то все смотрели. Ну, не, ну, прикольно сделано-то. А, ну, да. Что? Вот. Это, я так понимаю, сунгирь. Это черепушки вот этого. Ну вот резкость потерялась. На реке Ака. И еще лошади какой-то. Вот. Второй череп это лошади. Какой он там? Лысь. Тацин. Не выговоришь, да? Да. Мы с тобой у Шишкина в лесах ходим. Вот где такие мишки. Да, вот такие мишки. Это уже тайга обычная, похоже. Ну вот на этом, на одном из болот заявлено официально, что вот такие медведи водятся. Но... Да, синяя птичка, это кто? Пушка или птичка? Я не знаю. Посмотри повнимательнее, кто там есть кто. Ну да, вот куница, что я сразу не заметил. А Серега искал кукушку. Кукушка вон сидит, оказывается. Четко. Вот этот медведь подозрительно улыбается. Еще так глаза смещены. Да. Вообще как бы. Тут и растения немного есть. Вон бабочка. Так, а где ты ежика? А, все, вижу ежик. И змея он есть. Да. И вот я и не заметил. Это, наверное, сокол. Нет, это тетеревятник. Да? Где он? Тетеревятник. Да, ребята, я вас неправильно проинформировал. Похож. Но это просто хит. Круто. Где-то тут еще ласка есть. Ласка? Да. Не знаю. Кстати, возможно, ты у кого-то назвал куницей, это была ласка. Думаешь? Ну да, не, но тут же написано, смотри, что она куница. Какая? Нет, куница это вот, а вот ласка есть. Ласка? Не, я ласку вообще не видел, да, что. Он ласка, ты думаешь, это ласка, а я ее куницей назвал. Вроде больше я никого не вижу. Может, ласки нет. А дальше у нас, судя по всему, бобры. Следующий биом это смешанные леса. Как ты сказал? Смешанные леса. Ну вот, мы только что тайгу смотрели, вот смешанные леса пошли. Окей. Болот, бобры, никто их не знает. Да, живого нам тогда заснять не удалось, но хотя бы куклу. Точнее это. Тут рысь, а она. Сейчас. Вот, кстати, рысь. В Оленьем острове вот рыси лазят тоже. Вот они там могут быть спокойно. Причем вот так, чтобы без стекла ее получше было видно. Вот, возможно, тех оленей съела вот такая кошка.
Но это не точно. Вертушки. Рука. Нет. Одна. А это вон кто? Это выдра. Выдра? А вон норка. Да, вот выдра. И вот это вон она. Угу. Но норку я вижу. И, кстати, тут не две уточки. Уточка это вот только вот эта. Правая. А вторая это вот он, крахаль большой. Все ясно. Еще енот. Енотовидная собака. То есть это почти енот. Енота. Я... Вот такие у нас на Нарамше бегают. Я сам видел енота. Угу. А это что за крышка? Хорошая за крышка. На норку не похоже. Норка американская, кстати. Да. Да, мы не знаем. Где? Говорю, прикалываюсь, у нас тут есть из растений две ириски. Вот желтые цветы, это ирис какой-то. Желтый? Соответственно. И вот тот ирис сибирский. Да ты так не волнуйся. Вася, да? Кто там у Стаса спрашивал про черепа? Вот череп лося. Слушай, так у нас... Рога-то одни, получается, ну, не скажи, лосиные, похожие, что ли, похожие, они да, не, у нас все-таки олени там, да? Да, тут еще сорока, вон она. Сейчас. Да, от таких не отобьешься, смотри, они здоровые какие. Ну да. Ну вот овчарки. Относительно тебя даже. Это, блин, может сказать, немецкие овчарки. Ну да. Сожрут как-то. Поэтому нам их не волчица надо. Волчица лежит, вот все, ты волчица. Вон там волк. Ты говоришь сорока? Да, сорока. Ну, сороку все и так видели. Ну, да. И из растений подбил. И голубика. Ну, голубика мы тоже знаем, как выглядит. Да. И мы еще не заканчиваем на болото. Дальше идут, вон, еще болоте. Ну, там сейчас хотя будут... нет, там уже именно нет, болоте. Там сейчас будут птицы. Да. Журавль серый. Вот они в Оленьем острове. Журавль серый. Вот. Да, как раз. Это вот мы их все время пытаемся снять, как они улетают. Разгоняются они очень медленно. Потом взлетают реально, машут, машут крыльями. Потом раз, круг делают и улетают. А за ним сидит камышница. Это ну, вон там маленькая. Это вот эта маленькая птица, вот она. Вот. Камышница. Где-то тут еще погоны, что зря. Все странно. И черника. Ну, черника все знают. У нас есть предположение, что это птица погоныш. Но мы не уверены. Вон там кто-то со здоровым клювом. Тут тоже похож. А, нет, это быка. И вот со здесь. Клювом. Я не знаю, кто это. Со здоровым клювом. Вот быка. Турахтаны, говоришь? Значит, я вам показал турахтанов. Где-то большая. Да вот она, наверное. Я думаю, это она. Нет, там какой-то застрянный. Ну, тогда сложно сказать, кроме этой никого нет больше. Ну да. А это цапля серая. Орлан белохвостый. Ага. Как интересно. Щука себе откуда-то выдавал. Ну да. Вон тот сидит. Походу конек. Где? Вон тот. Верхний? Вот он, конек. Либо это вон тот с крыльями. Хотя он, наверное, в той табличке. Может быть. Кого же? Не знаю, где. У них уже стимул такой. Ну, у нас, конечно же, идет стимул, чтобы посещаемость была. У детей идет познавательно, все-таки родители. И родители у нас перезнакомились, и они заказали тогда новый год все вместе. Вот такая утка у нас. Понятно. Третья школа в Канаве живет. Ну, мы ее там во всяком случае. Да. И вот мы перешли опять. Совы. Это у нас сова болотная. Ну, слушай, круто, да? Нет, сова и вот позади сидит, а это филин, который... С раскрытыми крыльями это филин.
А чем он... А, видно, чем он отличается от сала. Смотри, у филина как будто эти рожки есть. А сала у него гладкая голова. Ну вот, значит, у меня филин был. У меня был вот такой дома. Ну, с рожками, да, как ты говоришь. Так, лосяж. Вот у нас лось. Или как ты прикалываешься, лосяж. Лосяж, да. Вот такого мы тогда видели. А вон любимые грибы Владимира Епифанцева. Еще есть хорек. Вон он, маленький. Где хорек? Вот он, хорек. Вот он, маленький. Хорек, похож, да. Кстати. Они на кошек похожи. Да. Вон сова какая. Сова есть рябина. Вон, видишь, сова? Сейчас, секунду, где сова? Да, ястребиная сова. И опять же, заметьте, у сов у них нет вот этих рожек, как у филина. Ну да. Вот дятел черный обычный. Дятел черный. Ну вот. Это у нас сова кто? Сова ушастая есть. Ну вот, наверное, сова ушастая маленькая, нет? А, это, сыч, наверное, вот этот. Воробьиный. Сыч вора... Воробьиный. Да. А сова ушастая где у нас тогда? Сова ушастая? Ага. Не знаю. Я не вижу. Ну, это они похожи на ушастые. Ну, сейчас вон к коленям подойдем. Она в полете указана, дальше вверх, дальше. Это, наверное, ушастая. Это единственный олень, который мы смогли подойти так близко. Так, вон тот самый рогатый. Так, вон тот пятнистый, да? Вон тот пятнистый рогатый. Как он называется? Олень? Олень пятнистый. Пятнистый. Ну вот такие у этого в Оленем острове есть. А вот это мелкое. И вот таких, таких я вживую видел пятнистых. А вот эта мелочь, это у нас уже косуля европейская. Не, ну вот таких у него нету, да, по-моему, в Оленем острове? Нет, это косуля. Нет, вот там это... вольер с косулями, это где церковь стоит, верите его в вольере. На этой табличке больше никто не указывает. На следующий у нас... Вот, вот они. Кабан. Вот, посмотри вживую. Фу, вживую. Живую, посмотри, да? Здесь, чтобы вживую никогда не видеть. Yeah. Вот он, кабан. Вот, смотри. Мы и с тобой... кабанят. Не, вот смотри, видишь, маленький? Мы с тобой тогда следы видели. Вон, смотри, у них лапы какие маленькие. Да. Помнишь, я тебе говорил, когда мы шли в эту? Если кабанят побеспокоить... Как он называется-то? Вот в Дюково, когда мы шли. Свинки. Да, да, побольше, да. Смотри, Серег, видишь, какие маленькие копытцы? Да я вижу, вижу. А то было вот с мою руку большое. Это, да, наверное, был вот такой кабан. Здоровый. Белка. И за ней хорек, походу, есть. Но белку я вижу. А за ней хорек есть. Хорек. Дуб. Кстати, с этими. Как его называют? Клевер розовый тоже есть. Ну, клевер розовый я уж искать не буду. Ну, а тоже. Вороника дубовая. Это вот это. И тут в основном... А, нет, это не... Это куница. Это куница, а не хорек. Так, вносим поправку. Да, это не хорек, Серега сказал, это куница. Лесная. Лисица, ну, да. Обыкновенная. А ты ожидал каких здесь необыкновенных? А какие у нас тут полис? Ну вот мы в Оленем острове видели лисиц. Вон тот голубь. Кто? Вот этот голубь, это вяхрь. Там что за птичка маленькая? Так, это у нас кто? Муравьед? Не похож. Да я прикалываюсь. Это барсук. Барсук? Ага. Вон крот рядышком. Честно, я подумал сначала, что это куча фекалий, а не крот. Так, кто тут у нас? Вон там птичка, а вот вон. Сизоворонка. Сизоворонка. Ага. Конюк. Как он там? Махноногий. Ну да, он у него такие махноногие. Видишь? Да, кто еще тут есть? Чибис вот этот. Вот, кстати, клевер розовый. Вот эти. А, ну клевер, кашка. На ромашку похож. К
кашка. Да, это ромашка и есть. Вон клевер, да. Те красные цветочки. Да. Мы в детстве кашка из Валей ели. Там он, что за маленькая птичка сидит? Это пустелька. И мой любимый ворон. Вот ворон, это круто. Сейчас посмотрим. Ну вот прикинь, у них размах крыльев. Я тебе говорю, из-за чего они летят в лесу. Вот там маленькая птичка из Ведома. Саркопут. Вот маленькая птичка, вот эта. Саркопут. И тут где-то есть перепел. Но где он? Неизвестно. Перепел. А как он? Вот он стоит на пустынке. Это перепел. Очень маленький. Хотя у него как? Тут битва века. Битва лисицы и кто это? Какой-то орел. Мини-орел. Беркут? Беркут. 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 Это беркут, да? Это земляк. Ага. Так, тут еще у нас есть тетерев. А где он? Кто-то вот из них тетерев. Вот он, наверное. Я думаю, что это он. А маленькая вон-то. А вот эта маленькая, это куропатка. Вот отсюда тебя видно. Получилось подойти. Но у него обязательно черный кончик должен быть. Понятно. Все. На, дальше ты снимаешь. Вон, Серега, кабаны опять. Ага. Причем вот, кабан, вот ну, тот раз вот, вот, так, вот такого размера примерно был. Смотри, ну, лапа вон, как вон, раз. Вон то копыто, оно как раз с мою ладонь будет. Собака опять енота видна. Почти енот. Мы вон там пропустили табличку. Секунду, сейчас. Ну ладно, к ней потом тогда вернусь. Тут еще есть дрозд рябинник. Где он? Вот этот сидит, наверное, рябинник. Наверное. Тут вальдшнеп. Вот эти два вот вальдшнеп перед кабанами. Да. Вон те птички. Да, это вальдшнепы. Еще олени благородные, только в этот раз сам. Ну вот смотри, этот Хрюша, он здоровше. Да он мощный. Нас двоих, если мы вместе даже встанем да рядом, мы его не он здоровше. Да ты что, он тебя, наверное, на бивни оденет, а как я говорю, и все. На ветке. Вот хорошо, что нам они не попадались. Вот такая еще птичка, как ты ее назвал? Кедровка. Кедровка. Да. Он, знаешь, мне этого напоминает, который этот чай сидел, пил со шляпником. Если ему надеть эту, да, а там, по-моему, тоже заяц-беляк был, да? Да, тоже какого-то белого. Так, что тут еще есть? Тут даже, вон, дятел зеленый, вот он сидит. А, вот, кстати, да, вот он. Стас, вот этот дятел, смотри, которого мы нашли. Вот, тут заснять таблички еще. Вот он. Вот он тогда валялся-то там. Это зеленый. Тут еще есть сойка. Пересмешница. Сойка? Да. Прямо и написано пересмешница. Нет, просто сойка, я ее угораю. Ты уже добавил от себя, да? И вон там за птицами снова любимые грибы Володи Епифанцева. Ага. Да. Клёст. Есть такая же птица, по-моему? Есть клёст? Нету? А я что-то думал, что это они. Кстати, а вот это не сойка? Вот это мелочь. Какая? Вот это. Похоже ведь. Может быть, мы ее и не заметили одну единственную. Две же. Нет, конечно. Походу это сойка. Лисица, опять же, обыкновенная. Так, значит, как на заяц-беляк и куропатка. Вот они. Белые тоже. Заяц-беляк, куропатка. Опять кабаны вон. Сзади. Ну да, Хрюша. Вон там Хрюша с бивнями. Тут где-то снегирь есть. Снегирь? Ага. И, кстати, тут вместе с беляком оказывается и куропатка, и еще и горностай. Ну, он ласка. Это горностай.
Горностай это? Ты хочешь сказать, что мы тогда вживую горностая сняли? Ты помнишь мышь, что он съел в лесу? Наверное. Ну вот он, горностай, вот он, похож как раз белый. Ну да, слушай, вот такая там была. Не, ну их почему-то писали тогда в газете, что ласки что-то завелись. А, не, не, там нет. Полностью белая тогда значит, была ласка, да? Нет, вон, Сереж, я снегирей нашел. Снегирей? Да. Сюда здесь стояла, а вот туда посмотрите, не? Поняла? Сейчас пройдем. Сейчас он посмотрит. Ну что, интересно тебе? А то мы по лесам лазим. Там же не написано, кто есть кто. Мы почему и зашли к вам в музей, что хотя бы будем знать, кто где. Да. На серединочку, опа, давай, и ждем. Сейчас будет как слон. 108 так, должно быть. Вниз, вот красно. 106 килограмм. Ну правильно. А где он? Все, я вижу. Хотел сказать, потерял. Да. Потерял. Владимир Суздальский. А, кстати, вот эти птички, похоже, которые ты там видел. Да. Шелестели, там шелестели. Да. 5 секунд ждем, пока появится слово измерение, или медленно с 5 можно считать. Ну, сейчас посмотрим. Все, встаем в следующий. Измерение. Давайте. Че, я? Да. Ага. Чтобы он сбросил вес. Появится слово измерение или медленно. Ну-ка. Почти как ты. Слышь, ну ты кабанина стал. Ты сам-то кабан. Ну я-то хоть свой вес-то знаю. Как ты сказал, кого я пропустил? Летяга? Лёха Летяга. А, все, теперь я понял. Да.